Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас снова будет заказ с интернет-магазина «Василек». Мы с мамой его очень любим. Мы уже говорили с ней об этом. Вот. Заказали мы постельные принадлежности, постельное белье. И маме еще решили все-таки поменять плед. Я маму уговорила. Несмотря на то, что тот ей нравился, но он как-то, мне кажется, он не подходил маме. Вот. Так что сейчас все покажем, распакуем и покажем. И постельное белье для мамы и деток. Да. Вот такое постельное белье. Это я для мальчишек заказала, где должно быть второй такой же. Это мое, зелененькое. Да, это маме. Зелененькое. Вот. Вот второе же для мальчишек. Да, одинаковое. Ну, естественно, одинаковое. Вот. И плед. Это распакую, это шорты мужу я еще бросила. Он просто увидел, что я делаю заказ, и брось мне еще шорты. Да, кстати, очень хорошо. Вот эти синенькие уходят в них. Да. Они просто тонкие, и вот когда жарко, вот прям самое оно, хлопковые. Шорты, да, 100% хлопка, так написано. Да. Я беру мужу на размер больше. Во-первых, чтобы было свободно, так как это домашняя одежда. Во-вторых, чтобы они... Очень симпатичный, они... смотри. Да. А, кстати, серенький, плотный. Он не очень плотный, нет. Мне кажется, плотный. Но у меня-то там вообще были такие. Старые-то мои. То, что вот такие у нас. Видишь, как шнурок. Вот, так что уже вот такие. Вот такое вот красивейшее, на мой взгляд, да, мам? Тебе нравится? Чисто мужское. Чисто мужское, да. Это постельное белье для мальчишек. И у него получается здесь простынь серая, да? Да, вот такое серое. Серое с таким, как рисунком вот таким. И поверх вот такое, как это, пододеяльник и наволочки такие. Да. Мне кажется, очень симпатично, да? Угу. Ну, такое, ну, да. Прям такое хорошо. Мальчишечье. То есть, не детское и не взрослое, а такое, подростковое. Ну, мне кажется, и взрослым можно такое. Ну, можно, конечно. Не, ну, кому нравится. Почему? Не, хорошо, красиво. Да, мне тоже очень нравится. Красиво, два одинаковых. Да, и второе вот. Такое? Здесь точно такое же, прям один в один. Будут два короля у нас так, спать. Вот. А все равно бывает на кровати. На одной кровати, да, спят. Да. Начнутся оттуда, потом туда. Угу. В общем, вот так. Красота. Вот у мамы был вот такой вот плед, который мы, кстати, тоже, это тоже ивановский трикотаж. Я уже не помню, где заказывали. Вот. Он маме нравится, он тоненький, очень удобный тем, что он, ну, бросил, постирал, и все отлично. И так как у мамы тут и кошка спит, и дети у нее тут валяются, вот, а он быстро, быстро сохнущий такой, да, он мама шерсть убирает кошачью, вот, и сейчас покажем, какой мы заказали. Вот, в этот раз она уже тяжеленькая, смотри, какое. Да, ну, и побольше размер мама взяла, да? Да. Серая кошка не видно будет вообще. Гуляшу вообще мою не видно. Вот, смотри, какой интересный. С выделкой. Смотри, как отсвечивает. Ну, в общем, вот так вот получается новенькая. Мне кажется, так намного симпатичнее. Вот, плюс у нас серая кошка, мама говорит, да? Вообще, и на нее вообще вон шерсть можно приложить. Шерсть, да, серая такая же. Вот, и это плюш велюр. Вот это плюш, вот это, наверное, велюр. А вот солнышко светит, можно вот так. Вот, да. Вот отсюда, от меня. Вот так вот оно выглядит, очень. Так. Оно тяжелое, шелковистое. Вот. Да. Вот, видишь?
Вот она внешне. Внутренний вот так вот выглядит. А вот с этой стороны оно вот такое вот. С выделкой. Очень классно. Ну да, тебе как раз под обои. Да вообще. Подходит. Да под, подгуньку. Под кошку? Под кошку подходит. Так вот ляжешь и все. Да. Она как раз так любит. Вот так вот на гельчике. Очень хорошо. Она тяжеловатая такое, знаешь, и такая струящаяся. Ну да. Мама взяла побольше, так как у нее тут мальчишки собирать, чтобы вот, ну, вот так вот заправлять, в общем, туда. Да. Чтобы... Вот туда, чтобы оно... Потому что они тут вдвоем лежат, в общем, пока переругаются, мама, получается, с этого края, оно съезжает. Да, и чтобы этого не было, мама как раз вот говорит, надо большое, как... А это у нас размер какой, посмотри, мам. 20 на 2,20. Вот, вот 20 на 2,20, да. Он как раз, чтобы заправить с той стороны, и чтобы вот с этой стороны оно вот так вот свисало. Угу. Ну, у кого нету вот этого... Да, прянок. Бортика вот здесь у кого нет, как раз отличный вариант. Вот. В общем, мама тут от мальчишек у нас, в общем. Потому что они любят что-нибудь взять, пожевать или попить, прийти к маме. Тут телевизор, у мамы же напротив. Вот, как раз у нее тут телевизор. У нас же в доме больше нет телевизоров. Бабушке же всегда интереснее посмотреть. Ну да, мультики-то у меня совсем другие, чем обычно. Да, вот бабушки другие мультики показывают. Не такие, как на всех остальных телевизорах. Подзарядка с одной стороны, с другой стороны. Ага. Везде. Да, поэтому они... А это моего. Любят тусить. О. Да, а это мама, когда увидела на сайте, она просто, она говорит... О. Какой, говорит, классный. Вначале предлагала мне мальчишкам взять такое белье, ну, вот такое постельное, но я говорю, ну, это как бы больше для девочек, наверное, вот, нежели для мальчиков. Это с одуванчиками. Ну, давай, положи. Там бабочки. Да, у мамы же предыдущим заказывали с бабочками, а это теперь у нее одуванчики. Да. Вот такая, смотрите, классная простынь. Просто, вообще, да? Маме так понравилось. Ну да, это не мальчишечье такое, по мне так. Вот, но класс. Вот. Это наволочки. Дуванчиком. Да, с другой стороны. Вот. Красиво. Это даже не дуванчики. Знаешь, на что напоминает? Такой лук есть. Да, да, да. Как он? Да, как он? Многолетний такой лук. Да, да, да. Да, как он да, называется-то? Эй! Такой декоративный. Да, у него такие цветочки. И вот. Да, это не одуванчик, это лук. Ну, не важно, будет одуванчик. Будет. Будет лук. Опа. Вот. Смотрите, какая. Не, ну действительно классная, красивая. Очень красивая. Да? И он таким, видишь, как бы, знаешь, как это называется, купоном. Такие раньше были. Ну вот рисунок большой, крупный, потом мельче, 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 и совсем нет. Видишь? Крупные, помельче, и тут маленькие. Ну, это чтобы знать, с какой стороны подходить. Вообще классно. Вообще, да, кстати, очень-очень-очень прям. Ну да, это такой лук. Да, ну а я одуванчик, ну не важно. Да, ну мы почему-то вначале подумали, что это такие одуванчики. Ну, похоже на одуванчики очень. Не на одуванчики, на лук, да. Да, очень. Вообще. Прям такое поднимающее настроение, да? Mm-hmm. С утра проснулся. В одуванчиках. В одуванчиках, да, такое и все. Вот. Да, так что... Я вообще зеленый цвет люблю. Ну, не зеленый, вот это бирюзовый, да? Ну, все равно, да, вот оттенки зеленого. Угу. Хотя он мне не идет, но я его люблю. Почему тебе не идет? А не знаю. Ну, тебе же халат идет. Это не то. Это вообще, когда так носить. Ну, понятно. Да, так что вот такая вот у нас красота. Да. Все по делу в этот раз заказали, девочки. Все по делу, да. Да. Себе ничего. Себе ничего не взяли. Совсем ничего. Решили, что... Нет, постельное белье мне очень понравилось. Да. Мне очень понравилось. Вообще люблю цветное белье. Раньше не было. Раньше были полосочки. Я, наоборот, больше однотонное. Да, ты что? Mm-hmm. Ой, не, я люблю цветное. Так что вот такой заказ у нас получился с мамой, да?
Вот, я вам все ссылки оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Но в этот раз мне собирали подольше его, потому что я что-то там на майские праздники, в общем, заказала. Потом оказалось, что шортов не было в наличии мужских. Я сказала, что я подожду. Ну, в общем, да, в этот раз подольше собирали. Но ничего страшного, я подождала, мне как бы все равно. И доставляют мне Почты России. Вот. Так что на сегодня мы будем с вами прощаться, да? Всех любим, целую. И до новых встреч. Да, и покупайте белье. Маме очень нравится, да. Ну все. Всем пока. Пока-пока.